как относитесь к еженедельному подъему флага в школах? Да, здорово. Это как патриотическая даже стороны. Очень положительно отношусь к этому. Я думаю, конечно же, неплохо, потому что в любом случае мы живем в этой стране, и это какое-то патриотическое воспитание. Я думаю, оно нужно как бы для каждого. Я думаю, то, что патриотизм в нашей стране нужно взращивать с самых младших классов. Это растит из детей патриотов. Я отношусь к этому довольно положительно, потому что все-таки мы живем в своей стране, и это благотворно влияет на развитие патриотизма у школьников, детей и студентов. Ну, в принципе, было бы интересно, что поднимаю флаги. Ну, это как традиция бы завелась. Ну, добавилось бы еще одно мероприятие в школе. Вспомните пару строчек из гимна России. Россия – священная наша держава. Россия – любимая наша страна. Я весь гимн знаю. Если вы мне напомните, то без проблем. Россия – священная наша держава. Россия – любимая наша страна. Вот видите? Россия – священная наша держава. Россия – великая наша страна. Могучая воля, великая слава. Ну и дальше я не помню слова. Могучая воля, великая слава. Вот. На самом деле я помню весь гимн, просто мне музыка нужна, чтобы восстановить. Славься, Отечество наше свободное. Вот так где-то.